Доброго времени суток. Ну что, отдал я только вот эти два пальца. Да? Вы представляете, у одного диаметр 49,75, а у второго диаметр 49,85. Представляете, одна десятка разница. Хотя втулки стоят одинаковые. И там, и там. Значит, он мне выточил втулки. Вот смотрим, втулка, значит, родная. Ну как родная? Робот, роботовская. Она без насечки, тут насечку ничего не сделал. А, ну, как бы, вернее, нету. А в моих он сделал насечку. Вот это вот второй номер. Вот, смотрим. То есть палец, палец, палец. Вот, вот это та, которая арис. Видите? Арис стулка. А вот то, что он мне сделал. Видите? Разница. Он под этот палец мне сделал втулки. Так. Сделал он вот такую здесь нарезку. Я попросил его сделать. Видите? Одну сделал. Где-то две, где-то одну. Сейчас попробую закалить. На этот палец тоже свои две втулки. Они помечены. Первый номер, видите? А на этих двоечке написано, что это от этого пальца именно. Вот, нарезка такая. А вот на этой он сделал две нарезки, видите, смотрите. Ну и ладно, уже без разницы. Значит, вот этот вот палец робот, видите? Робот. Берем втулку. Ну и что? Ну это пипец, конечно, какой-то. Это, конечно, какой-то пипец. И также он мне сделал, вот он одну, говорит, я прослабил, накосячил, как бы, я ею буду забивать. Вот видите, он прослабил ее. Я ее приварю на старый палец, и это будет у меня как бы оправка, чтобы забить. Так. Сейчас меня интересует вопрос, как сюдой это все лезет. Так, отсюда, наверное, длинный палец, который вот этот вот. То есть десятка, видите, разница между пальцами. Хотя втулки один. Так, чтобы не перепутать, вот с этого пальца. Ну что здесь? Ну, все прослабленное, видите. Стреле все болтается, блядь. То есть надо восстанавливать эти отверстия, либо делать новый палец, вот эту стрелу и новые втулки. Короче, целая эпопея. Где все это брать, эти пальцы, эти штоки новые, если под них делать. Здесь все равно уже явно отверстие разбито. Надо на щели вообще начинать отсюда понимать, какой здесь овал или что здесь. Непонятно, да? Что здесь происходит? Какой тут геометрия этого отверстия? Не ясно. Так, посмотрим сюдой. Ну, здесь та же самая картина. Нет, здесь меньше. Шат меньше здесь он болтается. Меньше намного. Что это такое? А не, не втулка, это просто отпечаток. Здесь вот довольно-таки, хотя должно явно быть плотнее. Здесь есть шат. Вообще, по идее, надо знать диаметры
заводские этих отверстий здесь и там, и отсюда уже смотреть, что сюда ставить. Надо, наверное, Романенко позвонить, попросить диаметр этого отверстия, какой должен быть, и диаметр того отверстия, чтобы понимать, и какой здесь натяг. То есть начинать с восстановления этих всех дыр под штатный размер, под штатный палец, либо точить под тот палец, который вот покупается. Короче, целая эпопея. Ну, в принципе, либо все самодельное делать, но тогда нужно всегда там несколько пальцев иметь одного диаметра, правильно? И под него все переделать. А иначе непонятно. То, что ты палец другого производителя купишь, а он будет в другом размере. И чё? Ну-ка, а этот палец сюда как идет? Вот этот палец поплотнее, чем тот. Он и говорил, что разница в пальцах есть, вот одну десятку. Считай, получается. Да, он говорит, который длиннее палец, тот больше диаметр. Да. Все, конечно, печально. Да, тот, который больше палец, он потолще. Потолще, чем этот. Это точно. Вот этот даже робот. Он, блядь, короче, что ли, немножко. Короче, вот такая вот фигня.